И вот задача наша, если мы хотим отличить то, на что мы можем повлиять, от того, от чего мы не можем повлиять, все время задаваться вопросом, не исходя из логики справедливости, как правильно, как должно было быть там, и так далее, а как может быть. Вот может быть, что вы не сможете переубедить какого-то человека. Это возможно, даже если вы считаете себя правыми. Возможно, вас не будут ценить там, где вы хотите, чтобы вас ценили и считаете, что это оправдано. Любая ситуация, в которой вам кажется, что нужно еще чуть-чуть, и чтобы случилось вот какое-то чудо, это вещи, на которые нужно делать вот эту самый дисконт и понимать, что вы этого изменить не можете. Вы можете попытаться, и у меня есть правило 3 попыток. Раз даешь попытку, 2 даешь попытку, 3 даешь попытку, но если 3 раза ваши какие-то действия, ваши договоренности с каким-то человеком, ваши какие-то проекты, в которые вы инвестировали силы, усилия, ресурсы какие-то свои и так далее, не срабатывают, это повод сказать, что может быть, не должно, да, по справедливости, по здравомыслию, а может быть, что это и не работает, и человек не изменится, и ситуация не поменяется, и тогда ее нужно списывать в расходы, понимать, что вы потратили силы, потратили чувства свои, возможно, потратили нервы свои, потратили душевные силы какие-то свои. Но вот фиксируем убытки. И вот эта фиксация убытков, это на самом деле не трата, потому что трату вы уже понесли, вот, а это экономия. Вы перестаете тратить усилия на то, на что не нужно их больше тратить, потому что вероятность ответных вложений, возвращений ваших инвестиций, вашего человеческого отношения становится просто близка к нулю. Вот, поэтому не попадайтесь на иллюзию справедливости, не ожидайте, что все будет по здравомыслию. Помните, что не как должно быть, а как может быть по-разному. Давайте шансы, но не делайте их бесконечными. И если 3-жды прокричит петух, вот, а вы продолжите инвестировать, вы будете в убытках. Испугайтесь этих убытков, принимайте, списывайте уже проведенные траты, ну и действуйте дальше в других направлениях. В конце концов, жизнь – это вещь при всей ее сложности, заковыристости. Она способна многое давать. И если где-то не дается, дастся где-то в другом месте.